столице в ночь на 4 февраля проведут противогололедную обработку дорог и тротуаров. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что противогололедную обработку дорог и тротуаров проведут в ночь на 4 февраля из-за похолодания в столице. Заммэра отметил, что ночью столбик термометров опустится до минус 6 градусов. В связи с этим дороги и тротуары обработают специальными материалами. Такие меры должны предотвратить скольжение, чтобы не допустить заносов автомобилей и падений пешеходов. Также Петр Бирюков напомнил, что днем 4 февраля ожидается понижение температуры до минус 10 градусов и небольшой снег. На этом все. Следите за новостями жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!